Тимурита второго и Казуманьку мы отдаем также нашему водителю Павлу. Также будут жить в хороших руках. Вот. И принесут потомство, которое потом будет дальше расти. Да. Тихо. Козу Истру отдаем в большую семью, в добрые руки. Вот перед вами стоит. Будет она их кормить, приносите молочко. Так что будет она жить в хороших руках, детки будут о ней заботиться, гладить ее, мама будет ее доить, и будет у нее все хорошо. Пожалуйста. Когда показывать? Да. Спасибо большое, отдали в хорошую руку. Вас не подведет, будем приезжать к вам и показывать ее фотографию.